Привет, друзья! Вот и к нам пришла уже зима, холод. Сегодня 19 ноября. Конечно, трава зеленая, кусты зеленые, солнышко светит, но не греет, мороз. Эта клумба еще там немножко цветут цветочки, якобы они уже померзли этой ночью. На этой клумбе уже все убрано, осталась одна гортензия, будет зимовать. А так, мороз, 3 дня сегодня ночью до 7 градусов, но ничего. Зато мои цветочки, я их все убрала на балконе, только вот сушится. У меня белье вынесла на пару минут. Видите, нету цветов моих на балконе. Они у меня здесь. Опять я со своими цветами, как всегда. Вот они у меня тут, красавицы мои, греются. Через 3 дня будет плюсовая температура ночью, до 3, до 5 тепла, и пойдете вы, мои дорогие, на балкон. Всем хорошего дня. Всем солнышко и тепла в душе.